Аудиотека всемирной литературы представляет: Антон Павлович Чехов. Мой разговор с почтмейстером. Вы можете поддержать автора канала лайками, комментариями, подписками на канал в Бусти. Ссылка на канал в описании прямо под видео. Приятного прослушивания. Мой разговор с почтмейстером. «Скажите, пожалуйста, Семен Алексеевич», — обратился я к почтмейстеру, получая от него денежный пакет на 1 рубль. «Зачем это к денежным пакетам прикладывают 5 печатей?» «Нельзя без этого», — ответил Семен Алексеевич, значительно пошевелив бровями. «Почему же?» «А потому нельзя». «Видите ли, насколько я понимаю, эти печати требуют жертв как со стороны обывателей, так и со стороны правительства. Увеличивая вес пакета, они тем самым бьют по карману обывателя, отнимая же у чиновников время для их прикладывания. Они наносят ущерб казначейству. Если и приносят они кому-нибудь, видимо, пользу, то разве только сургучным фабрикантам? Надо же и фабрикантам чем-нибудь жить», — глубокомысленно заметил Семен Алексеевич. «Это так, но ведь фабриканты могли бы приносить пользу отечеству и на другом поприще». «Нет, серьезно, Семен Алексеевич, какой смысл имеют эти 5 печатей? Нельзя же ведь думать, чтобы они прикладывали зря. Имеют они значение символическое, пророческое или иное какое? Если это не составляет государственной тайны, то объясните, голубчик». Семен Алексеевич подумал, вздохнул и сказал: «Да, стало быть, без них нельзя, ежели их прикладывают». «Почему же? Прежде, когда конверты были без подклейки, они, быть может, имели смысл как предохранительное средство от посягателей. Теперь же...» «Вот видите», — обрадовался почтмейстер, «а нечто посягателей нет». «Теперь же», — продолжал я, «у конвертов есть подклейка из гумиа-арабика, который прочнее всякого сургуча. К тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков, что пробраться к ним трудно даже инфузории, а не то что вору. И от кого запечатываться, не понимаю. Публика у вас не ворует, а ежели который из ваших нижних чинов захочет посягнуть, так он и на печати не посмотрит. Сами знаете, печать снять и опять к месту приложить, расплюнуть». «Это верно», — вздохнул Семен Алексеевич, «от своих воров не убережешься». «Ну, вот видите, к чему же печати?» «Ежели во все входить», — протяжно произнес почтмейстер, «да обо всем думать, как, почему, да зачем, так это мозги раскорячатся. А лучше делать так, как показано. Право». «Это справедливо», — согласился я. «Но позвольте еще один вопрос. Вы специалист по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста, отчего это, когда человек родится или женится, то не бывает таких процедур, как ежели он деньги отправляет или получает? Взять для примера хоть мою мамашу, которая посылает мне этот самый рубль. Вы думаете, ей это легко пришлось? Нет, легче ей еще 5 детей произвести, чем этот рубль посылать. Судите сами. Прежде всего, ей нужно было пройти 3 версты на почту. На почте нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизация ведь не дошла еще на почте до стульев и скамей. Старушка стоит, а тут ей: погодите, не толпитесь, прошу не облокачиваться. Без этого нельзя». «Нельзя, но позвольте. Дождалась очереди, сейчас приемщик берет пакет, хмурится, бросает назад. Вы, говорит, забыли написать денежное. Моя старушенция идет с почты в лавочку, чтобы написать там денежное. Из лавочки опять на почту ждать очереди. Ну-с, приемщик опять берет пакет, считает деньги и говорит: ваш сургуч. А у моей мамаши этого сургуча даже воображения нет. Дома его держать не приходится, а в лавочке, сами знаете, гривенник за палочку стоит. Приемщик, конечно, обижается, начинает суслить пакет казенным сургучом. Такие печатища на суслик, что не лотами, а берковцами считать приходится. Вашу, говорит, печатку, а у моей мамаши, кроме наперска до стальных очков, никакой другой мебели. Можно и без печати. Но позвольте,
За сим следуют весовые, строковые, за сургуч, за расписку, за голова кружится. Чтобы рубль послать, непременно нужно с собой на всякий случай два иметь. Ну-с, рубль записывают в 20 книгах и, наконец, посылают. Получаете теперь вы его здесь, на своей почте. Вы первым делом его в 20 книгах записываете, 5 номерами нумеруете и за 10 замков прячете, словно разбойника какого или святотатца. Засим почтальон приносит мне от вас объявление, и я расписываюсь, что объявление получено такого-то числа. Почтальон уходит, а я начинаю ходить из угла в угол и роптать: «Ах, мамаша, мамаша, за что вы на меня прогневались? И за какую такую провинность вы мне этот самый рубль прислали? Ведь теперь умрешь от хлопот». «А на родителей грех роптать», — вздохнул Семен Алексеевич. «Вот то-то вот оно и есть. Грех, но как мне возроптать? Тут дело по горло, а ты иди в полицию и удостоверяй личности подпись. Хорошо еще, что удостоверение только 10-15 копеек стоит. А что, если б за него рублей 5 брали? И для чего, спрашивается, удостоверение? Вы, Семен Алексеевич, меня отлично знаете. И в бане я с вами бывал, и чай пивали вместе, и умные разговоры разговаривали. Для чего же вам удостоверение моей личности?» «Нельзя, форма». «Форма, сударь мой, это такой предмет, что лучше и не связываться. Формалистика, одним словом. Но ведь вы меня знаете». «Мало ли что. Я знаю, что это вы. Ну, а вдруг это не вы? Кто вас знает? Может, вы инкогнито? И рассудили бы вы, какой мне расчет подделывать чужую подпись, чтобы украсть деньги? Ведь это подлог-с. Гораздо меньшее наказание, ежели я просто приду сюда к вам и хапну все пакеты из сундука». «Нет, Семен Алексеевич, за границей это дело проще поставлено. Там почтальон ходит к вам и: вы такой-то, получите деньги». «Не может этого быть», — покачал головой почмейстер. «Вот вам и не может быть. Там все зиждется на взаимном доверии. Я вам доверяю, вы мне. На медне ко мне приходит квартальный надзиратель получать судебные издержки. Ведь я же не потребовал от него удостоверения личности, а так ему деньги отдал. Мы, обыватели, не требуем с вас. А вы, ежели во все вникать», — перебил меня Семен Алексеевич, грустно усмехаясь, — «да ежели все решать, как, что, почему, да зачем, так, по-моему, лучше...» Почмейстер не договорил, махнул рукой и, подумав немного, сказал: «Не нашего ума это дело». Антон Павлович Чехов. Мой разговор с почмейстером. Читал Джахангир Абдуллаев. 6 ноября 2022 года.